is amazing. I did the location on my stories, and you must go there to have a best pasta ever. Привет.
сделать твой знаменитый. Вот он, вот он. Ой, я здесь. Ой, смотри, покажи, что я делаю. Не видно. Знаете, чем мы сейчас займемся? Finally, we are at home, but it's still cold because I forgot to close the window. And what is here? Here is beautiful Eiffel Tower. So we just wake up and we can see this. We just smoke. Not me, my friend just smoke and look at the Eiffel Tower. It's beautiful sunset, blah, blah, blah. Okay. So. It's very cold. Fuck. We're on the French here. I'm on the French. Turn on. На фильм Топ или Тор. Короче, не ходила. А где зарядка моя? Ты в туалете? Я не захожу. Зарядку хочу. От четверки найти. Не видела? Что осталось из 19%. Не знаю, сейчас бери, я посмотрю. О, нашла. Угу. Ну, она уже разделась. Красотка моя. Давай. Что? Как там Джастин и Хеннесс? Кто она? Как? Шини. Шинка там? А зачем ты дверь закрыла? Ладно. Стойте. Мне нужно... А, что? Заряжайтесь. Нужно раздеться, потому что очень холодно. Снять себе вот эту холодную одежду. Шея не постиралась? Шея не постиралась? Да, можно развешивать. Ага. В смысле? А сама? С Джастином? Да ладно, а как же субординация? Короче, у нас здесь Джастин и Шини, наш секьюрити, наша домработница. И они ушли куда-то на свидание. Шини... Да, Шини постирала в машинке вещи и сказала, вытаскивайте сами, мы с Джастином ушли на свидание. Короче, они вообще... Нормально. Ну, короче, не доверяйте никому больше. Доверяешь, денежки платишь. Они... На трансе стеснительно. Да я всегда стеснительна. I'm very shy girl, actually. I just... I'm shy when I saw people. But when I see... I'm not so shy. At all. Hi. Show my feet. My feet and the black socks. Oh, it's fucking sad. Я стягиваю себя. Look, guys, it's very sexy. Кстати, знаете, попадают не только мужчины.
Носки же пропадают не только у мужчин, но и у женщин. You know, guys lose not only men, the girls also. Guys with four pairs. One single. Just three. When I come to Istanbul, never, never to Turkey. Шини не постирала, молодец. Ага, да, они на полу лежат. А во сколько Джастин вернется? Мы пойдем кое-куда.